Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». И смотрите, ребята, новое обновление у нас. Спасибо, что играете в нашу игру. Мы выпустили новое обновление, в котором многое изменилось. Мы компенсируем стоимость купленных юнитов и выдадим новые награды. Так, я получаю, ребята, 7100 монет, плюс 2 каких-то билетика и 29 сундуков. Слушай, в плане, вот, за счет купленных юнитов, это о чем? Подожди, а почему так крупно? Почему так все крупно? Увеличение какое-то стократное, ё-моё. Так, смотрите, ребята, открыто 24 часа, магазин. Бесплатно. Хорошо, я взял бесплатно. Так, военный сундук, 29 штук у меня, ребята. Так, а где мои отряды, ребят? Где мои отряды? Кто мне скажет? Вот моя команда. Фух, все солдатики на месте. Все, ребят, солдатики до единого на месте. Смотрите, у меня сейчас должен апнуться левел. Награды за звезды. Слушай, а что тут происходит, ребят? Что это за билетики такие? Так, ну, во-первых, я не знаю, за что взяться. А новый этот открылся? Нет, ребята? Новый уровень добавили? Нет? К сожалению, нет. Завершено, завершено. Потасовка завершено. Вау! Лига закончена. Ну, ребят, я почему-то на третьем месте. А, ну я давненько не заходил, да, меня сбросили. Тут показывается твой отряд. Слушайте, но намного лучше все это сделано. Так, а вот это что такое ежедневно? Ага, спасение. Ну, ребят, на спасении я не был, к сожалению. Слушай, ну если, ребята, программисты до сих пор делают какие-то обновления, то, скорее всего, действительно будет все-таки у нас 9-я локация. Блин, а почему так приближено, а, ребят? Я не могу никак отодвинуть камеру. Могу или нет? Вот, вот, ребят, это максимальное отдаление. Хм, ну ладно, хорошо, давай смотреть, что у нас тут. Это мы все забираем, это у нас все было, это по-старенькому все. Так, награда за звезды. Оу! Ого! Так, забрать за звезды, собирать звезды, чтобы разблокировать награду и достичь новых уровней. У меня, ребята, по ходу дела все достигнуто, как мы видим, потому что везде стоят галочки. То есть это для новичков, кто будет только начинать в эту игру, большой-большой плюс. Да, это круто, и вперед, как говорится, из песни, ребята, дерзайте. Так, что же дальше мы с вами можем сделать? Так, команда, вот что вот это такое? Это... Давай открывать, ребят. Открывайте наши ящики. Так, ну что ж, спасибо. Мне интересно знать, что вот это за билеты такие, ребята, у нас тут появились новые. О, сейф достался. Ух ты, 3 доллара. Погоди-ка, а доллары-то мне зачем? Так, что мы с вами за доллары, ребята, делали, а? Тут монетки есть? Нет, монетки есть. Хм. Так, я, кажется, понял, ребят, за доллары мы с вами можем покупать легендарный ящик. Теперь он, по ходу дела, продается, а не зарабатывается, да? Ладно, 4 доллара получили мы с вами. Так, продать, создать. Создать, да, все то же самое, ничего новенького у нас не придумали, да? Я не знаю, ребят, для чего вот эти вот билеты нужны, а? Кто мне скажет? Для чего нужны нам билеты? То есть, деньги, ребята, это тоже, я так смотрю, местная валюта. Раньше мы покупали с вами монеты, но теперь мы покупаем именно деньги. Хорошо, а для чего тогда нам нужны, извините меня, золотые монеты? Хм, погоди-ка, я что-то не могу врубиться. Мы за монеты апаем своих персонажей или же нет? Ну-ка, проверим-ка. Да, мы их за монеты апаем. Так, ладно, хорошо. Давай еще тогда улучшим ребятулик наших. Так, и больше не хватит, да? Не хватит, к сожалению, ребята. Так, а я могу посмотреть? Да, я могу всю эту статистику глянуть. Это все у нас осталось. Так, это тоже как было осталось. Да, теперь у меня все-таки большущий, огромный вопрос. Куда нужны билеты? Так, давай зайдем в автобус. Может быть, что-то здесь?
поменялось? Нет, пока тоже ничего не поменялось. Но вот тут вот знак восклицательный, типа, сделай. Я так понимаю, мне нужно открыть все сундуки, да? Все 24. Но если я, например, сейчас не хочу, что это? В обязательном порядке это делать? Может быть, я на потом хочу это оставить? Так, ну что, а где, ребята, у нас эти соревнования, кстати? Погоди-ка, погоди-ка. А как мне сделать, ребята, так, чтобы я мог выступать? Где лига-то? Вот. Могу? Могу, ребят, могу. Все. Фу. Что-то совсем забыл. А почему нас так мало-то? Всего двое. Будет хоть кто-нибудь еще, а? Или нет? Ну, давай начнем пока, ребята, потихонечку, да? Поехали, как говорится, в бой. Посмотрим. Так. Ё-моёшечки, ну бомбани. Не бомбанул, ну в любом случае ему хана, ребят. Да, мы его поджарили. Так, отличненько. Победа одна. Ну, понятное дело, что одна. Потому что больше пока никого и не было из противников. Надеюсь, что кто-нибудь будет прибавляться. Я, кстати, про это обновление, ребята, давно слышал, но почему-то получил его только сейчас. Меня, в принципе, вот этот отряд пока устраивает. Ну, слушайте, я могу сказать, что да, игра как-то она немножко преобразилась. Как-то не то чтобы там хорошо все стало, но и неплохо. Ничего они не испортили, понимаешь? Вот почему я только уровень не могу получить, интересно мне знать. Тут еще нарисовано, видите, ребята, столько нужно опыта, а здесь у меня полностью все. Ну да, мне нужно еще 4000 заработать для того, чтобы получить уровень. Так, ладно. Давай-ка я, наверное, еще разочек гляну. Нет, ребят, никто не хочет почему-то идти. Ух ты. Ты посмотри, ребята, награды за сезон. Я в данный момент на самой верхней, да, нахожусь. То есть награда за повышение, за повышение. То есть мы начинали с самых низов и вверх, 10-е. Я бы, знаете, что на самом деле хотел бы? Чтобы они продолжили сезон в плане того, что лига была бы не 10-я максимальная, а пускай даже там где-нибудь 100-я лига. Ну, там были бы такие элитные ребята, да? Вот этот, что такое вот ранг? Вот нигде нету, да? А вот здесь именно ранг. Ранг повышен, типа, может быть, то, что я сейчас на первом ранге. И награда 800 монет, если мы с вами остаемся на первом месте, плюс 5 сундуков. Ну, это как по стандарту. Победите в 10-й лиге, чтобы получить ранг потасовки. В конце сезона ваша лига будет сброшена до 7. До 7? Ага, то есть теперь мы не будем сидеть с вами в 10-й лиге. Мы будем падать до 7-й. Ну что же, в принципе, я не против. Просто как бы не хотелось бы терять мне монеток. Цель события — спасти принцессу. Начало через 3 дня, 12 часов. Ясно. И все-таки, ребята, вот эти вот билеты для чего нужны? Для спасения принцессы, то есть, чтобы зайти сюда, нам нужно будет потратить билетик. Или куда? Ребята, я прошу вас мне об этом написать, если кто знает. Может быть, у кого-то это обновление появилось раньше. Хотелось бы, конечно, чтобы вот, если они даже уровни новые нам не добавляют, хотелось бы, чтобы они что-то нам добавили вот в старых уровнях. Какие-нибудь, я не знаю, там, рейды, подвалы, подземелья, где можно было бы действительно немножко отвлечься и потусоваться. Это бы было бы очень даже прикольно. И вот насчет того, что как-то уж все чересчур близко, надо бы немножко отдалить. Это было бы, конечно, великолепно. Слушай, ну я так думаю, что мне, наверное, не дождаться, ребята, да, на лиге сегодня никого. Вот один у нас есть, и все на этом. У остальных, наверное, ребята, обновление до сих пор еще не прокатило. Не знаю даже, что и делать, что у меня там по отряду, по моей команде. Команда у меня готова к чему-то там, по спасению принцесс, наверное, да? Так, а если я, например, ну, просто, ребят, пофаниться, пройти какой-нибудь уровень, от нечего делать. Возьмем вот, например, Кэрол, сюда я поставлю. Так, возьму, например, Аустина. Интересно, Аустин
до сих пор может, ребята, фармить бабло? Или его пофиксили? Я вот этого не знаю, если честно. Возьмем Соньку вот сюда. Да и, в принципе, наверное, хорош. Давай какую-нибудь навскидку. Сложно. Поехали, посмотрим. Хоть немножечко, ребята, вспомнить былое, как мы с вами отжигали тут. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, взял я тоже на свою голову. Блин. Эй, без турели-то как я здесь буду? Никак, ребята, это не вариант. Без турели это не вариант. Понимаешь? Дэнч. Все, хана, хана этому парню. Я еще и Аустину сюда взял. Зачем? Ну-ка, говорили, Кэрол может подбивать их. Точно, ребята? Она может подбивать сферы? Похвально. Что я могу сказать еще по этому поводу? Так, вот то, что вот камикадзе сюда прет, это, конечно, ни шиша не похвально. Я попробую, конечно, кое-что сделать. Вот таким вот образом. А? Да, конечно же. Все это, ребята, предсказуемо. Ну, посмотрим еще разок. Сможет она сделать свое дело? Я вот так вот бомбану. Нет, ребят, не успевает. Ее все-таки тоже могут подбить. Угу. Ну, Сонька, как всегда, ребят, на высоте. Тут понятное дело. Нет, 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 не пробежишь ты никуда. Так, Глен. Ну, давай, Глен, еще посмотрим. Ты умрешь или ты... Да, он умирает, ребята, но... Он должен воскреснуть. Воскреснуть из мертвых. По крайней мере, раньше у него это получалось. Сейчас не знаю, что-то лежит. Нет, смотри-ка, встал. Встал и пошел в бой, ребята. И причем довольно бодренько так бомбит. Смотри. Блин, превратился все-таки, а. Но это все равно хорошо. Эй-эй-эй. Давай-ка я вот так вот вызову, ребята. Посмотрим. Посмотрим, что у нас из этого. Ну-ка, бомбанем этого. Бэйм. Так, все равно успевают, ребята, они их перевоплотить. Как бы я, конечно, не старался, но все-таки. А если я еще вот так вот берса повешу? Под берсом, вы знаете, да, какой колоссальный урон-то у нас, а? Да бомбит. Нормуль, нормуль. Хорошо. Так, дай-ка я еще сюда вот бочечку еще одну брошу. О, вот и, ребята, яйцу хана. Слушай, а кто у нас? У нас только Глен может пробивать, насколько я помню. Да, только Глен сможет мне здесь пробивать оборонку. Так, а чтобы его не подбили, мы вот сюда вот поставим бочку. Да-да-да, эти зомбари такие хитрожопые, вот. Еще не делать. Не только Глен, кстати, Крыл тоже может. Но, в принципе, ребятули, мы прошли с вами. И это сложная миссия. Какой уровень-то я выбрал случайно, а? Законтрил все-таки, как ни крути, ребят. Все-таки, ребята, руки помнят, да? Награды за звезды. Ну что же, наверное, нам придется на этом закончить этот видосик. И мы с вами обязательно, ребята, увидимся в следующей серии. И я надеюсь, что-нибудь классненькое, хорошенькое здесь у нас появится. Во-первых, я хочу посмотреть, добавятся ли новые у нас испытания. Да? Ну, ящиков. Ящиков, конечно, целая куча. Я не знаю, за что мне их дают. Так, легендарный ящик даже у меня есть. Ну-ка посмотрим. Воу. Ну, неплохо, неплохо. Так, давай далее. Так, еще, ребята, два билетика достается мне. Да, скорее всего, билеты нам нужны для того, чтобы мы могли участвовать в испытаниях. Ух, короче, будем закругляться. Если что, ребята, вы знаете новенькое, что здесь будет, обязательно пишите мне в комментариях, а я уже буду в следующей серии все это проверять. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.